Шанхай мы пока не собираемся. Приезжайте вы к нам в Краснодар. У нас очень круто в Краснодаре, потому что, смотрите, сентябрь месяц, я вообще в майке, в шортах, потому что реально очень крутая погода. Привет с Украины. Привет. Привет. Так, сейчас я пока веду. Здесь у нас минимум один. Максимум 30. Минимум один. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Так, смотрим. Минимум один. Максимум 30. И я просто нажму сгенерировать. И выдаст число, которое я присваивал. Которое я присваивал людям, которые меня отмечали. Которые те, кто приобрели гайд. Ну, это, кстати, Петька. Петь, давай. Чекань. Давай, наверное, номер 7 сейчас. Давай. У меня цифра 7 любимая, пацаны, так, девчонки. Ты думаешь, 7 номер выиграет? Да. Мне кажется, номер 13 выиграет. Я не знаю, почему. Да. Мне кажется, выиграет. 13 был бы в пятницу. Какой? 26. 26? 59, зай, но я с удовольствием выиграл бы 59, но всего 30 будет. Поэтому не вариант 59. Передай. Господи, привет, Андрей, пожалуйста. Привет. Привет. Все ржут, короче. Вольск, привет, ребяточки. Привет, Новосиба. Как у вас, кстати, та погода? У нас идеальнейшая. Что, Котя? Моя сладкая. Я тоже снимаю. Хорошо. Хочешь, я буду тебя снимать, и ты меня сделаешь победителя. Давай. Сейчас, подожди, камеру переверну. У нас тут, смотрите. У нас семейка Угримовых пошла играть в футбол. Смотрите. На весной. Матовый или глянцевый? О, Санечек, братик, привет, мой дорогой. Как приедем, давай увидимся. Давай, хорош мой. В общем, Зай, показывай. Так, от 1 до 30 нажимаем сгенерировать. 25. Ребят, все те, кто привлекает, меня отмечали в сторис, кому я присвоил цифру 25, обязательно мне отпишитесь, я обязательно еще скажу это в сторис, потому что, мало ли, может быть, этот человек не прямо в эфире. Вот, вы выиграли подарочки от крутого магазина ювелирных изделий. Вот здесь крутой свет. А мы где, зайчик, с тобой? Мы на Мальдивах. Мы где? Ну, практически на Мальдивах. Практически на Мальдивах. Мы станица Благовещенская. Ну, здесь на самом деле круто, но мы на море еще не ходили. Ну, мы отмечаем выходные, да, Котя? Да. Завтра пойдем на море. Вот, где Вика? Вот она, Вика. Никуда не делась, не переживайте. Вы такие классные. Спасибо. В 40 лет можно сбросить вес? Да. Можно даже... смотря какой вес, я не знаю. Смотря, что вы хотите вообще. Сбросить вес, если вы прям полненькая, просто откажитесь от мучного сладкого и пейте больше воды. Но все равно даже в таком возрасте уже можно увидеть результат. Потому что у меня даже мама... Мне интересно, когда мне будет 40 лет, как я буду выглядеть. Вы шикарная вообще. Конечно, ты что? Угу. У тебя будет шикарнейшее тело, 40-летнее, и у нас будет трое детей. Пятеро. Он обманулся. А почему ты говоришь пятеро, а показывает 10 пальцев? Пятеро с одной стороны и пятеро с другой? Двойняшки и мальчика. В Крым, Севастополь есть, в планах поехать? Да нет, ребят, в Крым пока нет таковых планов. У вас очень круто, у вас очень красиво, мы у вас были, мы снимали клип, мы с Фенленд, мы там были, как раз наш клип был снят именно там, потом мы ездили на яхте, мы катались, у вас там балаклава, да, или как-то. В общем, у вас безумно красиво, безумно круто, но пока не собираемся. Далеко до вас ехать. Вот, Викуля, привет. Рост 173. Это про что? Нормальный, длинный рост. Хороший рост, на самом деле, да. Смотри, какой вес, ребят. Если рост 173, вес 55, и сбросить вес, конечно, и 45 лет, то навряд ли, конечно, это получится. И вопрос, зачем это нужно вообще? Вот и все. Так, такой вопрос. Скоро у меня свадьба в Шанхае. Нужно сбросить вес за 20 дней. Что делать? Откажись. А, кстати, марафон вот. Марафон Цатурян. Пожалуйста. Да, заходите в марафон Цатурян. Ну, какого числа вас стартует? 5 октября. Стартует 11-й поток. Которым, кстати, можно выиграть 100 тысяч рублей, либо поездку с нами в Дубай. Либо айфон. Короче, капец. Самый крутой. Да, заходи, участвуй и тренируйся. Там будет и питание, и тренировки. И также там будут у вас прямые эфиры, короче, с профессионалами, которые по питанию спортивному, и по растяжке, и по психологии. Короче, все вместе.
Вот, такие дела, капец, пролистываю. Какой у Вики рост? 156. Если... А? 156. Если не участвовать в марафоне, можно снимать и отмечать тебя, Вики, сохранила твои... Тренировки, марафон. Да, без проблем, конечно, я думаю. Против она точно не будет. Отмечайте кого угодно. Руслан, привет, пьешь? Пролистал. Пьешь или какой алкоголь предпочитаешь? А бывает, пью, но я предпочитаю виски либо коньяк. Но обязательно пью с колой зеро. А, очень люблю пиво, кстати. Очень люблю пиво, но... Недавно записывал историю, что нужно, ну, в любом случае будет мне отказывать, потому что я до такой себе любил пиво, что отрастил себе пузо, я не знаю, мамон, которым я торчал больше, чем моя голова, не знаю. Поэтому пришлось сбрасывать, чтобы кубики были. Зачем Вика про Костенко так? Она же знать не знает, как действительно все было. Господи, это была шутка, ребят. Ну вы что так принимаете все серьезно? Все буквально всегда воспринимаете. Ну, они любители, Зай, принимайте все серьезно. Ну, любители. Это была шутка. Почему ты бросил Настю? Ладно, следующий раз про другую Настю пошучу, которая тоже ставила. Потому что... Потому что я любил жену. Привет с Волгограда. Привет, Волгоград. Были, точнее, я был у вас. Очень красивый, красивый город. Но я когда у вас был, у вас были безумно плохие дороги. Там было безумно плохие дороги, но вроде как после чемпионата мира по футболу, короче, там все сделали круто. Вы такие милые. Какой номер у меня был, который вы говорили? 26? 25. Надо запомнить. Вика выпивает? Вика выпивает раз в год, мне кажется. Может быть, максимум раз в полгода. Раз в две недели. Какие раз в две недели? Ради бога. Она выпьет бокальчик вот так винца сухого, и она считает, что она выпила. Скажи, Вики, я ее люблю. Я тебя люблю, зай. Знаешь, ласки. Так, в общем, ладно, все, этот провели. Победителя выявили. В общем, 25 номер. Поздравляем. Мы пошли дальше отдыхать, кушать шашлыки, играть мячик. У нас уже, правда, темно. Лелечки мои, маленькие мячики играют. Да я всегда играл мяч. Да я всегда играл мяч. Хорошо. Что играл? Хорошо, дай. Футбол играл, баскетбол играл, волейбол играл. Ты вообще спортсмен, да? Я полностью спортсмен. На все руки маски. О, какая песуха. Потому что я постоянно... Как бы не лопнула. Ну, хоть перебарщиваешь уже, ей-богу. Как бы не лопнула. В общем, давайте, ребяточки, всем пока. Мы вас целуем, спасибо.